Всем привет, друзья! Значит, вернулись мы с магазина потерянных посылок, набрали кучу коробок, как всегда. Как всегда, будет интересная, увлекательная распаковка у нас. Вот. Коробки в этот раз попались, на удивление, побольше, большие. Я сейчас в гараже стою. Почему в гараже? Потому что мою машину мы отвезли менять масло. А сейчас приехали просто на Лениной машине. И Ленину машину полностью и получилось и загрузить, да. Поэтому, да, вот так вот у нас сейчас, смотрите, вот такой вот. Да, большие коробки, как я сказал, их очень много, поэтому ждите распаковки, как всегда, интересные, увлекательные, и что-то, надеемся, попадется, как всегда, новенькое, необычное, ну и, конечно же, дорогое. Друзья, у нас сегодня по плану, по графику фотосессия семейная, так что все в сборе, все красиво, нарядно одеты. Минюшка, привет! Давно мы не делали фотосессию, а СМИ, наверное, это первый раз, да? Друзья, мы уже на месте. Это маленькая фотостудия. Вот. Сейчас будем готовиться, красиво позировать, красиво позировать. Выбрали чисто белый фон. И мы нарядные, и наше хорошее настроение. Посмотрите, какая Ильяша. Да, какая Ильяша. Ильяша. Так, друзья, готовим домашние хот-доги. Уже все почти готово. Миша нервничает. Так, обедать будем на бэк-ярде. Хот-доги. Я забыл. Горячий. Сделай половинку ей. Половинку? Да. А кетчуп полить? Не, не надо. Не? Подуй ей. Холи. Тоже ходит, бродит, да? В общем, друзья, фотосессия прошла у нас успешно. Очень довольны, что выбрались. Горячий, сегодня. Аккуратно. Подуй. Да, вот так. Ой, Уля, не лезь, пожалуйста. Не мешай. Все, бери. В общем, такие поджаристые. И хлебушек любим жарить тоже. Просто эти маленькие банны, видишь. Ну и плюс с морозилки достали, то они форму потеряли. В общем, кетчуп, горчица и такие вот огурцы от этой фирмы Heinz. Самое то. А еще делают и сыр, добавляют, да, и бекон наверх. Ну, съедим все. Эту булку плохо помещается. А тарелки, Юлян, принеси тарелки. А вот салфетка, ладно, хорошо. Салфетки есть. Стол чистый. Миюша даже ест. Ну все, давайте. Ну, что, приятного аппетита. Срирача. Друзья, продажи у нас не останавливаются. Каждый день что-то да продаем. Итак, продаем сегодня такой вот красивезный светильник большой.
который идет непосредственно в ванную комнату, крепится на стену над зеркалом. Светильник очень красивый, очень прям. И он большой. Соответственно, дорогой. Сейчас покажу в интернете, какая оригинальная цена на такой светильник и как он выглядит в интерьере. Значит, похожие варианты на сайте Amazon есть, они супер дорогие, на такой размер $700 приблизительно. В общем, нашли вроде такой светильник, вроде как, да. Сейчас его нет в наличии, правда. На каком-то сайте цена американских $220, а было 250. Вот так вот. Дорогая находка. Продаем за $50. У нас во время распаковки, снимали сегодня распаковку, поэтому Антон, каждый кадр Антон в разной одежде. Миша, она заснула на диване. Вот только проснулась. У нас вечер. 2 часа? Где-то так. Молоко? Нет. Так, а пока Миша спала, я занималась макраме. Так, на сайте Facebook через площадку Marketplace продаем мы за $50. Знаете, попытались продать за 100, ничего не получилось. За 75 то же самое. И в общем, $50, наверное, классная цена, потому что вот статистика показывает. 31 просмотр за последнюю неделю и 4 сохраненных за $50. И все собрались. Так, собрались. Друзья, сегодня в распаковке вот такой вот замечательной посылки будет еще участвовать наша Холли. Да? Угу. Халюсик. Так, давайте поскорее. Да? Короче, да. Пришла новая посылка, заказали мы недавно. Ну, ай ты, собака-барабака. А Миюша молочко. А Миюшек у нас по молочку сейчас в последнее время ударило. Подсела. Итак, да, значит, Миюшек вот до 2 лет буквально вообще молока не пила. Потом что-то по чуть-чуть начали мы это. Мы хлопья дали попробовать, одни, вторые, и потом просто начала просить молоко пить. Просто так. Потом смотрит на Ульяну. Ульяна на Мию смотрит, та молоко пьет. Ты тоже начала молоко пить. Поэтому, кому Халюсик идет? Кто ее дрессирует? Все? Кто Холли дрессирует больше всех? Я. А кому идет Холли? Конечно же, ко мне. Ко мне она тоже ходит. Нет, ну я же ее больше всего дрессирую. Зато меня она облизывает. Я же больше всего дрессирую, но, соответственно, правильно? Да. Открываем. Открываем? Да. Давай вытрем. Вот так. Все? Готово? Ты готова? Давай, Ван. Так, друзья, нам еще, мы очень много посылок открываем сами, не на камеру, у нашей Мишки день рождения. Нет, это не решили... ту ты отдала посылку. Не ту? Да, давай другую. Мы это откроем потом, на день рождения. Да, в общем, чтобы было вам поинтереснее, мы будем потом все показывать. Сейчас да, покажем вот другую. А вот эту мы будем открывать. Вот эту открываем, да. То мама перепутала. Да. Ого. Ну. И? Готово? Ну доставай же, скорее. Это доставай. То, да? Да. Хорошо. Вау! Это что было? Что ты сказала? Это то покажи? Да, да, то, что ты хотела. Да. Открываем? Да. Давай. А ты покажешь зрителям? Поближе. Они же хотят поближе посмотреть. Камеру покажешь? Да. В общем, друзья, новый чехол для телефона. Холли, смотри, у тебя новый поводок. Да, конечно. Холли, смотри, какой у тебя длинный теперь поводок. Он на веревочке, друзья. Ну, кстати, резинка для микрофона. Так, давайте, вау! Попробуйте. Ну где, говори. Давай. Где? Да? А ты достала стекло? Нет. Где? Короче, боялись заказывать, не могли понять, то ли Max Pro, то ли Pro. Ой, то ли... покажи, какой красивый у меня телефон. Ой, такой, такой да. Красивенький, светлый. Ну, то вроде для твоего. Ну, видишь? Все слоты совпадают? Да. Ну, камера, все. Да. Да что это за кольцо? Пока... А, угу, что с да. ним делать? Типа в руках держать? Ну, наверное, да. Не знаю. Мы такие, типа, да?
в ногу со временем. Это типа звонить в руках? Что? Ну, наверное. Короче, а вот это для чего? На для пояс? Карточек. А, для карточек. Да. Получается, сумочку с собой не надо носить. А, это кольцо цеплять. Да? Или что? Не-не-не. А на что ты хотела цеплять? Да? Да, за вот... За вот эти, типа? Да. Ну, не знаю. Разбирайся. А, типа вот так? Да. Чего так? А, ты что, маме заблокируешь телефон? Смотри, сейчас папа покажет. Отменить. И он вот тут цепляется. Вот так вот раз. Да. И вот так вот. Ну, я не знаю, а смысл такой? Ну, сумку в кармане не держать телефон. Да? Да. И сумку с собой не носить. Ага, на шее, да, носить? Угу. Можно вот так, удлинить, типа? Да, немножко удлини. Ой, класс, я хотела такое. А потом что, типа, алло? Да, и, типа... да, и все. И руки свободны. Ну, не знаю. Ну, тут как кошелечек для мелочи. Да, классно, да. А покажи... Для карточек. Да, ой, красота какая, мне нравится. Ну, очень и типа нравится. Ты такой. На какая, помнишь? Нет, 20? Где-то чем-то. Так, да. Ну, да, ну, интересно, беленькие. Так, ну хорошо, значит, такой вот чехол у нас. Ты не ощущаешь такое? Первая Холлина распаковка прошла успешно. Открыла чехол. Мама, ты чего? Мама. Давай вот так вот, Холли, давай. Так, а вот, смотри, она уже погрызла. О, ты уже погрызла? Вот так вот, да. Вот так ну, вот, исполни, как будто ты открыла пакет. Так она тебя быстро посунет на твоих распаковках. Да? Думаешь, возьмет первое место? Да. Потом будет там вау-вау-вау. Открываю вау-вау-вау первую. Политика наша. Наша душа. Ну. Так, а ты все клацаешь. Не, ну наш уже деловая, говори алло. Алло. И все, понесла. Это не поводок. Ты же знаешь? Маме, давай, мама посмотрит. Маме. Да поднимите. Все-таки ж маме ой, купили. Какой красивый, мне так нравится, светленький, да. Да, тебе тоже понравился, класс. Ну, так твой телефон, да, положим туда? А Холли, ты куда лезешь? Холли? Да, она последнее время под диваном сидит. Холли, а потом как ее вытащить? Иногда я вытягиваю. Да? Когда скаулит, я понимаю, что она выбраться ну, не может. Ну, он пусть сидит. Холли. Ну и там хорошо, прохладненько. А он сейчас вылезет, видишь? Холли, Что, Миша? Отдает. Ладно, да? Чтобы ничего там не погрызло у нас. Так, ладно. Ну все, складывай тогда обратно. Ложи. Клади. Давай, клади. Клади назад. Как поправили бы меня. Как поправили бы меня. Многие. Не ложи, а клади, запоминай, Миюшек. Тебе это в жизни пригодится. В Канаде. Кто там к нам ломится? Ульянка. Так, и в мешочек. У нас полный мешочек этих штучек. И значит, принцип такой. Мы раз и ставим. No, все. No. Все, босс сказал. No. А вон еще одну забыла. No. Так, резиночки раскиданы. Вешалки. Короче, все как в обычной детской комнате. Все, закрываем. Ты все положила? Ну, ты молодец. Какой ты следующий хочешь игру? Ты уже выбрала? Какую? Давай, неси. Давай покажем, какую ты хочешь следующую игру. Please. Так, тут мы кладем. Ну, показывай, какую? Какую? Вот эту? Здесь у нас грядки, да? Здесь у нас грядки. Да, открывай. 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 Ты помнишь как? Ой, ты молодец. А с другой стороны? А, так открылся. Вот такие вот грядки. Собираем мы цветочки. Да.
получается. Ну, а надо же грядку сначала землю посадить и разложить. А, ты прямо в стаканчик сразу, как у мамы, да? Букетик ставишь. Молодец. Короче, вот такая вот детская комната наша. Все тут происходит. Когда Миюшка сама даже сюда поднимается и сама играет, да? Нет, не хочешь? Так землю доставай, ты же еще не достал ничего. Короче, вот так вот такие быстрые у нас бывают игры тоже. Открыли и закрыли. No? Are you sure? Are you sure you don't want? Mia. Что надо сказать? Вот. Вот ты ребенок даешь. Так, закрывай. Папа закрывает, Мишек открывает. Да, ты будешь нести? Давай. Неси сюда. Давай, папе. Кладем на место. Какую следующую ты хочешь игрушку? Вот эту? Вот эту? Да. А эта игрушка на магнитиках.